Перец сладкий Калипсо, раннеспелый высокоурожайный сорт, вегетационный период 100-120 дней. Куст достигает высоты 50-55 см. На одном растении формируется 15-18 плодов. Плоды кубической формы, длиной 7-9 см, массой 150-200 грамм. Мякоть сладкая, сочная, ароматная. Стенки плода толщиной 7-9 мм. Используют в свежем виде и для переработки. Культура теплая и влаголюбивая.